Всем спортивный привет, с вами Эдуард Лучина. Это значит, что мы будем говорить о спорте, о людях в спорте. И, друзья, сегодня нам очень-очень повезло, потому что у нас в гостях первый чемпион мира по самбо. Шестикратный чемпион Советского Союза по самбо. Двукратный чемпион Европы по дзюдо. Знаменитый тренер Давид Рудман. Я приветствую тебя, Давид, в нашей программе. И сегодня, друзья, мы поговорим о единоборствах. Каждый родитель, мама, папа всегда мечтает о том, чтобы их сынишка, доченька были дисциплинированными, сильными, смелыми, целеустремленными, умели себя защитить, настойчивы в достижении цели. Так вот, вам, у вас есть прекраснейший шанс, друзья. Матч-поинт начинает новую программу по боевым единоборствам. Матч-поинт открывает новую программу, как Эдик уже сказал. Она называется MMA, Mixed Martial Arts, то есть смешанные боевые искусства и самбо. Под моим руководством эта программа включает в себя изучение всех распространенных видов боевых искусств, в том числе там карате, айкидо, джиу-джитсу. Дело в том, что самбо как раз объединяет все боевые искусства, вы знаете. Да. Это такая более-менее современный вид спорта, который возник как компиляция этих боевых искусств. Это самозащита без оружия. Самозащита. Так расшифровывается самбо. С какого возраста можно заниматься в твоей академии? С 7 до 70 лет. Слушайте, друзья, у вас ничего не потеряно. Послушайте, с 7 лет до 70. Друзья, кстати, я знаю очень много людей 40-50 лет, которые с удовольствием придут и будут обучаться системе защиты, самозащиты. Поверьте мне, ваш ребенок будет в надежных руках.